ребро барабана, либо, как его еще называют, активатор для стиральных машин Indesit, и арестон с верхней загрузкой. Оригинальный номер ребра C3083894. Данное ребро утяжеленное в нижнюю часть барабана. Ребро визуально схоже с другими двумя, которые находятся по бокам барабана. Отличие только то, что оно довольно тяжелое. Два других же просто пластиковые и значительно легче этого ребра. Если посмотреть внутренние стороны, мы увидим залитый металлический кругляк, который придает вес этому ребру. Сделано это для того, чтобы сбалансировать центр тяжести барабана, так как напротив данного ребра находятся дверки барабана, которые увеличивают вес барабана с одной стороны, с другой стороны находится этот тяжелый активатор, чтобы не было дисбаланса во время отжима на высоких оборотах. Самое большое заблуждение людей обычно в том, что они думают, что данное ребро сделано для того, чтобы позиционировать барабан кверху дверками. Но это неправильно, так как вес данного ребра не играет практически никакой роли, когда внутри барабана мокрые вещи. Поэтому барабан все равно будет останавливаться внизу той частью, в которой собрались мокрые вещи. И никакой вес на нижней части барабана никак не даст возможности позиционировать барабан кверху дверками. Для того, чтобы позиционировать барабан кверху дверками, машина должна быть оснащена специальной системой парковки. Данное ребро барабана оригинальное и поставляется компанией Indesit. Данное видео было снято для сайта masterplus.com.ua.